Отличных спортивных рекордов. Перейдем к научным. Ученик Барнаульской гимназии номер 42 Аркадий Величко стал победителем Всероссийской олимпиады по химии. Школьник обошел 250 конкурентов из 54 регионов страны. Какой химический опыт принес победу барнаульцу, знает Евгения Князева. Шпаргалки Аркадию Величко не нужны. Химические формулы он знает наизусть и может воспроизвести их даже ночью. Экспромтом юного химика не напугать. На нашу просьбу показать лабораторный опыт юноша тут же достал реагент – дихромат аммония, и вот перед нами бихроматный вулкан. Для начала реакции подносим спичку, сообщаем необходимую энергию для активации, а затем при разложении какого-то количества дихромата аммония выделяется тепло, достаточно, чтобы сообщить его следующему и следующему, и реакция разгорается все сильнее и сильнее. Похожие опыты Аркадий проводит в школе почти каждый день. Пока готовился к Всероссийской олимпиаде, девятиклассник успел самостоятельно провести 6 уроков химии для учеников 7 класса. Взять на себя обязанности учителя непросто, признается юноша. Тем более, когда твои ученики всего на пару лет младше тебя. Нужно много терпения, но когда занимаешься любимым делом, время летит незаметно. Когда я посвящаю своему любимому делу много часов в день, это совсем несложно, и это не воспринимается как «вот я сейчас сяду, буду работать, буду напрягаться». Нет, это в удовольствии. Я знаю, что таким образом я инвестирую свое время в будущее. Мне этого не жаль делать. Я вижу отклик своих сил, своего времени, которое я вкладываю. Настоящему волшебству Аркадий попробовал научить и нас. Серная кислота, перманганат калия, в простонародье марганцовка, и спиртовая лампа. Магический набор готов. Вот теперь. Ух ты! Такое. Чудеса. Самый сложный в своей жизни опыт Аркадий показал в финале Всероссийской олимпиады по химии. Там от него требовалось измерить концентрацию карнолита в растворе. Это калийная соль, минерал, который применяется в химической промышленности. С задачей Аркадий справился и получил диплом победителя. Преодолеть тернистый путь олимпиаде юноше помог его наставник, заслуженный учитель России Олег Николаевич Кравцов. Конечно, переживали вместе. Результаты сказали только через 2 дня после окончания этапов всех 3. Тоже нервничал долго. Да, сильно нервничал. Победный диплом практически гарантирует юному химику поступление в вуз. Юноша мечтает поступить в Барнаульский медицинский университет и стать нейрохирургом. Возможно, в будущем Аркадий Величко станет высококлассным врачом. Евгения Князева, Анатолий Фукс, Новости.